Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 7 пропал звук, то есть не работает полифонический динамик, слуховой динамик, не работает микрофон и так далее, то это частая проблема выхода из строя аудиокодека, либо его обвязки. Если же на вашем iPhone не работает только динамик, либо только микрофон, то проблема может заключаться в самой детали, либо также в аудиокодеке. Мы вам рассказали, из-за чего не работает звук на iPhone 7. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.